Доброго времени суток, уважаемые телезрители! И мы начинаем, возможно, самую наиграндиозную битву на моем канале! Это битва поистине грандиозная и насчитывает более 2 веков противостояния. Забудьте про Россию и США, забудьте даже про Монтаки и Капулетти. Именно они вершат судьбы нашего мира и собирают по всему миру более 100 миллионов подписчиков на своем канале. Итак, друзья, давайте-ка начинаем. Встречайте в левом углу ринга проверенный боец, утолитель жажды, Кока-Кола! В правом углу ринга его конкурент, который не хуже, а может даже и в чем-то лучше его. Встречаем Пепси! В отличие от других конкурентов на моем канале, вы сами можете видеть подсчет голосов. Все просто. Кто, на кого подписаны больше всех в социальных сетях и на Ютубе, тот и выиграет. Давайте-ка начнем. И начинаем мы с Ютуба. У Кока-Колы 1 574 330 подписчиков. У Пепси 1249 подписчиков. И балл присуждаю я Кока-Коле. Идем дальше. Самое популярное видео их на Ютубе. Видео Coca-Cola Saint El Cedar набрало 27 миллионов просмотров. Самое популярное видео Пепси на Ютубе. Аушли Мьюзик Скин Сити Тур Пепси 2,9 тысячи просмотров. И вновь балл я присуждаю Кока-Коле. Идем дальше. На Facebook подписаны 105 миллионов... 105 миллионов 216 524 подписчика. Нравится тоже примерно столько же, даже чуть больше. 105 362 людям. У Пепси 37 миллионов нравится и подписано тоже 37. Ну что ж, давайте посчитаем, нравится 105 миллионам, а 37. Балл идет Кока-Коле. И также по количеству нравится и подписано. Короче говоря, 2 балла отправляются Кока-Коле. Пока Пепси терпит поражение, но может быть это только пока. Теперь заходим в Твиттер. Что там у нас? Твиты 220 тысяч твитов у Кока-Колы, у Пепси 33 004 твитов. Ну, опять-таки побеждает Кока-Кола. Читаемые 65 твитов, у Пепси 41 и вновь Кока-Кола. Читателей 3 миллиона 38 человек. Да, и по читателям Кола тоже превзошла. У Пепси их только 3 миллиона. Нравится 3385 человек. У Кока-Колы нравится 16 090 человек. Да, и тут превосходство Кока-Колы. Список оформил 11 Кока-Колы,
Пепси список 8. И вновь балл я присуждаю Кока-Коле. Вот. А теперь заходим в Инстаграм. 629 публикаций Кока-Колы и 2,1 миллионов подписчиков. Подписки 583, 516, 1 миллион подписчиков. Подписки, да. И тут такие опять 3 балла отправляются Кока-Коле. Теперь заходим в Google Plus. У Pepsi 1 миллион 416 тысяч подписчиков. У Coca-Cola 2 миллиона подписчиков. И вновь Coca-Cola. Теперь ВКонтакте. Тут у нас в подписке оформило 46 460 человек. У Coca-Cola же в подписке 3 миллиона человек. И вновь я присуждаю балл Coca-Cola. Ну и я готов огласить свой вердикт. Ну, сами понимаете, не ждал я такого разгрома, не ждал. Победитель! Вы уже догадались, и я тоже... The Coca-Cola International со счетом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-0. Такого разгрома у меня еще в батл не было, друзья. Это фантастика. Я думал, Пепси хоть за что-то зацепит. Но не судьба. Не судьба бороться им, видно, с Coca-Cola'ой. Ну а сейчас будет немножко отступление от батла, такое обращение к сотрудникам Coca-Cola и Pepsi в России. Верните, пожалуйста, Coca-Cola, верните, пожалуйста, ванилу в объемом 2 литра в Россию. Pepsi, верните, пожалуйста, айскрим и капучино в Россию. Ну что ж, победитель известен. Coca-Cola, но Pepsi не стоит отчаиваться. Хорошая фишка у них в том, что у них не просто 2 литра продается, а почти 3. Coca-Cola желаю двигаться в том же направлении, чтобы было 3 литра. Ну и, конечно же, допингуйте, ребят, допингуйте. А то как же без этого? Все, пока.